Все теплее и теплее становится на улице, потому что пятница, настроение лучше и лучше. Это Бардачок, меня зовут Артем Мазур, и мы сейчас будем раздавать денежки, потому что у нас есть спонсоры. Итак, знакомьтесь, вот они, 1, 2, 3, в сумме дали 1500 рублей. И, конечно же, есть еще вкусняшки, это Лап Суши. Мы начинаем раздавать подарки хорошим людям, но сначала с ними познакомимся. Бардачок, начинаем. Бардачок – шоу, в котором мы проверяем удачу на прочность. Перед участником 35 машин. У нас 3 конверта по 500 рублей. Автостекла, Drive Auto, Автоэксперт. И еще съедобный конверт от Love Sushi. В итоге 1500 рублей и килограмм роллов. Задача участника – за 5 попыток найти бардачок, в котором лежит конверт. Все ясно? Заводи! И вот он, прекрасный день, потому что мы начинаем его с прекрасным человеком, директором нашего театра Денисом Валерьевичем. Доброе утро. Рад вас видеть. Как самочувствие? Взаимно. Спасибо, хорошо. Итак, Денис Валерьевич, да. Обычно вы даете мне деньги в конце месяца. Не всегда. Не всегда. Ну, мне не всегда, да. Надо еще заслужить. Да. Теперь моя очередь сделать небольшой алверды. 45 машин. Так. 5 попыток. Так. 1500 рублей. Распакованный по пакетам, ну, по конвертам. Да. Старая привычка в пакеты деньги ставить. По 500 рублей в конверте. Да. И килограмм ролл от наших партнеров Love Sushi. Все, действуйте и рассказывайте, чем будете руководствоваться, когда будете действовать. Ага. Идем? Пошли. Как дела нынче? Ничего, дела хорошо. Трудимся, работаем, ждем открытия театра. И мы, поверьте, и зрители, да, вот да, они да. Сейчас радуются, что видят нас хоть так. Ну как, радуются. Меня так точно не очень рады видеть, а вас, директора. Мы выбираем автомобили. Да, конечно. Выбираем те, которые нравятся. Так, мне же надо придумать. Легенду какую-то? Какую-нибудь не легенду, а как вообще алгоритм выбора. О, какое слово. Ну, директор, алгоритм выбора. Артем, ты знаешь, давай попробуем, наверное, с машины, которых у меня никогда не было. Шкода? Сиат. Сиат. Кто из них? Вот этот темненький. Темненькая лошадка нашего бардачка. Попытка первая. Всегда были интересны. Пожалуйста, пожалуйста. Так, попытка первая. Что-то есть. Обидно. Ух ты, есть! О, смотри, темная лошадка сработала. Круто! 500 рублей от автоэксперта. О-о-о. Хорошо, от значит... 2004 года купюры. Это, видимо, дата основания компании. Так, ну здорово, поздравляю. Первые шаги. Да, спасибо. Это вам. Действуем дальше. Еще есть 4 попытки, Денис Валерьевич. Артем, ну, всегда интересно было автомобиль «Шкода». Никогда не рисковал их покупать, но всегда было интересно заглянуть вовнутрь. Как что внутри, да? Да, 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 да. Да. Идете в «Шкоду»? Пошли. Вторая попытка. Вторая попыточка. В багажнике ничего нет. Отлично. Но есть на сиденье бумажка. Это не сколько денег? 925 нет. рублей. Нет. Пусто. Значит, ничего нет. Ничего нету. Хорошо. Попытка вторая, да? Да. Мы идем дальше. Идем, Артем, идем дальше. И так. Давай обратим внимание на немецкий автопром. Это Mercedes, Volkswagen. Mercedes. BMW. Volkswagen и не просто. Volkswagen Charan. Charan. Мы так называли одного музыканта в группе Longeron. Я помню этого прекрасного музыканта, поэтому не могу пройти мимо такой машины. Милости просим, Charan. Да. Пожалуйста. Кто из них Charan? А, вот этот. Все вы знаете, все вы знаете. Директор. Третья попыточка. Опа! Да ну что такое? И это не техпаспорт. Да, Drive Auto.
Драйв Авто, мы благодарим вас за ваши 500 рублей, которые достаются Денису Валерьевичу. Так, пока неплохо. Попытка третья, у вас уже 1000 рублей. Да. Как Артём, приятно, как приятно понимать, что немецкий автопром приносит легкую удачу. Да, прекрасно. Слушайте, мне приятно понимать, что я становлюсь лучшим актером театра, да ведь? Ну, получается так. Артём, попробуем заглянем в Мерседес. Все-таки в Мерседес. Пожалуйста, да. Немецкий автопром несет удачу, да? Посмотрим. Попытка четвертая, правильно? Оп. Артём, лав суши. Что такое? Опа! Ну, да! Знаете, обидно, что я должен радоваться, а оно уже как-то он с каждой попытки забирает все наши деньги. Но я радуюсь. А есть еще сегодня участники? Нет. Нету? И чувствую, еще месяц не будет. Отлично. Так, идем дальше. Есть уже 1000 рублей. Есть. 4. И лав суши, да. И последняя попытка, да, осталась? Да. Пожалуйста. Денис Валерьевич, вот они, все машины, действуйте. Артём, ну, наверное, да. Будет честно заглянуть в машину, практически такую же, как у меня. Ага, это Honda Civic, нет, CR-V. CR-V. Да, это разве? Была легкая интрига. Honda Civic, просто название очень красивое. Соглашусь с тобой, ой, с вами, да с тобой. Да. Я же могу уже на пир разговаривать с директором. Ну, ты знаешь, Артём, месяца 3 как минимум. Ну что, дружбан, открывай. Хочешь хорошую машину? Мы пригоним тебе ее сами. Консультация автоэксперта. Ремонт под ключ. Тебе придется только пристегиваться. Так, в фондах я знаю все. Так. Доверенность. Артём! Автостекла! Что такое? Автостекла! Доверенность я тоже могу забрать. Да, забирайте уже все, Денис Валерьевич. Ребята, это здорово, 1500 рублей. Ну, честно, знаешь, что самое печальное? Что не поверишь, что я не подсказывал директору своего предприятия. Присылай их ко мне, я им скажу, что все по-честному. Да, реально, все по-честному, но мне крайне приятно. Здорово. Круто. Очень круто. Спасибо. Итак, от автостекол 500 рублей. Спасибо. От ролл. От лав суши килограмм ролл, от драйв авто 500 рублей, автоэксперт 500 рублей, от мазера кофта. Это был Бардачок, это был Денис Валерьевич, всем доброго дня, это было круто. Это круто, спасибо большое. Пока.